Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Касьяненко. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа встретился с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном. Вопросы строительства жилья в Северном регионе рассмотрели 22 августа на заседании Витебского облсполкома. Сегодня 320 многодетных семей уже обеспечены жильем за этот год, да, и 333 семьи уже направлены. В Новополоцке продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия улиц и дворов города. На сегодняшний день мы уже провели работу по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия улиц и дворов нашего города в общем объемом более 150 тысяч метров квадратных. Перейдем к подробностям. Самая актуальная задача в сотрудничестве Беларуси и Китая лежит в области развития экономического взаимодействия. На этом сделал акцент Александр Лукашенко на встрече с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики. Ли Цян с официальным визитом прибыл в нашу страну утром 22 августа. Белорусский лидер тепло приветствовал гостя во Дворце независимости. Президент отметил, этому визиту мы придаем исключительно важное значение. Глава государства считает, что он может быть историческим. Несмотря на большое географическое расстояние, сегодня наши страны едины не только в оценках прошлого, но и во взглядах на нынешнюю политическую ситуацию, а также на будущее мироустройства. Беларусь и Китай установили наивысший в истории уровень отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Сейчас, по мнению Александра Лукашенко, важно поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического. Сегодня Китай признанный лидер в области инноваций. Именно в Китайской Народной Республике реализуется технологический мегапроект. Вы создали собственную систему глобальной навигации. Вы построили самый большой в мире телескоп. Вы сконструировали китайскую орбитальную станцию и широкофюзеляжный самолет. Китай лидирует в производстве аккумуляторов, солнечных батарей, высокоскоростных поездов, электромобилей и другого. Беларусь со времен Советского Союза сохранила самые высокие компетенции в микроэлектронике, машиностроении, космической отрасли. В этом году на Международной космической станции отправлен первый белорусский космонавт. Мы входим в число ядерных держав и имеем огромные научно-технические возможности, в том числе IT-сферу. Предлагаю определить стержневой задачей правительства двух стран на среднесрочную перспективу, ну, до 30-го года, реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий инноваций и качественного человеческого потенциала. Во время визита Ли Цяна в Беларусь будут подписаны документы, которые закрепляют планы перспективного партнерства по ключевым направлениям. Так, в частности, страны подпишут соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли услугами. По итогам прошлого года Минск и Пекин наторговали на 8,5 миллиардов долларов. И это лишь начало. В активной разработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов на 3 миллиарда долларов. Строительство жилья – один из главных показателей развития региона. 22 августа на заседании Витебского облсполкома озвучили план на год – около 370 тысяч квадратных метров. Пока что область справилась с заданием на треть. Жители Предвинья уже обживают 8 новых многоквартирных домов. До конца года планируется сдать еще 30. По темпам строительства лидирует областной центр. Подтягиваются и города с численностью населения 80 тысяч. В регионах пользуются популярностью индивидуальное возведение жилья. Абсолютный лидер – Шарковщинский район. Здесь установлен рекорд по темпам частного строительства – 220% к уровню прошлого года.
По сравнению с прошлым годом показатели растут. Да? То есть на сегодняшний день более 100% по многим показателям идет рост. То есть по основному показателю и общей площади, и на сегодняшний день большое внимание оказывается предоставлению жилья многодетным семьям. Сегодня 320 многодетных семей уже обеспечены жильем за этот год, да, и 333 семьи уже направлены на строительство жилья. Чтобы справиться с годовым заданием, необходимо ускориться. Пока по темпам строительных работ область занимает последнюю позицию в республиканском рейтинге. Основная причина – подготовка к форуму регионов Беларуси и России, которая требовала концентрации рабочих сил на других объектах. В целом же ситуация в северном регионе с обеспеченностью населения жильем позитивная. На каждого жителя Витебской области приходится 30,5 квадратных метров, что больше, чем в среднем по республике. В Новополоцке продолжаются дорожные работы. На сегодняшний день в Нефтеграде уже провели работу по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия улиц и дворов города общей площадью более 150 тысяч метров квадратных. К слову, в нынешнем году на эти цели было выделено порядка 20 миллионов рублей. Подробности у Ангелины Лазовской. Работа не стоит на месте. По всей территории города над Двиной продолжаются масштабные работы по асфальтированию улично-дорожной сети и дворовых территорий Новополоцка. На сегодняшний день в Нефтеграде уже провели работу по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на площади более 150 тысяч метров квадратных. Данные работы мы продолжаем. Это как улицы, так и дворы. Многие из них уже подготовлены, и мы ожидаем, когда нам придет подрядная организация, с которой заключен договор, на асфальтирование. Подбираем новых подрядчиков. Вот так на улице Дружбы у нас работает ДСУ-26. Это организация из города Шарковщина. Также в ремонтных работах задействованы и проверенные подрядные организации, такие как Дорожное ремонтно-строительное управление Витебск-Автодор, Новополоцкое Кубжрео и Нафтан-сервис. Наводим благоустройство на таких улицах, как Якуба Колоса. На том объекте производим установку бортовых камней, асфальтирование, фрезерование, а также ремонт входных групп. Также мы производим ремонтные работы на улице Блохина. На данный момент мы фрезеруем участок напротив домов Калинина 14, 10, 12 на данной улице. В данный период мы фрезеруем асфальт. На следующей неделе будем приступать к производству работ дальше по улице в сторону ПГУ. Работа выполняется качественно, быстро и надежно, ведь специалисты делают все возможное, чтобы гостям и жителям города Большой нефтехимии было комфортно передвигаться по улицам и дворовым территориям Новополоцка. Ангелина Лазовская и Сергей Залынский, телеканал «Звезда». В Беларуси материальную помощь на подготовку детей к школе получили уже свыше 100 тысяч многодетных семей на более чем 200 тысяч детей. Общая сумма выплат превысила 26 миллионов белорусских рублей. Единовременная мат-помощь предоставляется независимо от дохода семьи. Ее размер составляет без малого 130 рублей на каждого школьника в семье. В Новополоцке подобный вид господдержки получили уже почти 650 многодетных семей для порядка 1300 школьников. Кроме того, финансовая помощь на подготовку к школе оказывается в виде единовременного или ежемесячного соцпособия в рамках государственной адресной социальной помощи. Размер выплат определяют местные комиссии, в каждом случае индивидуально, исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. Также родителям школьников может быть оказана помощь и по месту работы за счет средств профсоюзных организаций или средств нанимателей. Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание лучшего водителя Витебского областного управления МЧС недавно состоялся в Витебске. Продемонстрировать свое профессиональное мастерство в умении управлять пожарной техникой собрались 25 представителей всех подразделений МЧС Северного региона. По итогам состязаний пальму первенства завоевал водитель пожарной автоцистерны одного из новополоцких ПАСО Денис Глебко. Подробнее расскажет Елизавета Хотянович.
Управление автомобилем весом более 5 тонн – задача не из легких. Особенно, когда от водителя зависит скорость прибытия к месту происшествия. Да и порой жизнь человека, который находится в опасности. Ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель Витебского областного управления МЧС» прошел в столице Северного региона буквально неделю назад. Традиционно его цель – отобрать наиболее подготовленных сотрудников, которые в дальнейшем представят Витебщину на республиканских соревнованиях. Внутренние соревнования проходят у нас на базе «Нафтана». Они предоставили нам площадку. Выставили свою полосу и проводим соревнования между водителями. Каждый водитель хочет принять участие, но по результатам соревнований отбираем все-таки лучших. Конкурс включал в себя теоретическую и практическую части. Каждому участнику предстояло пройти проверку знаний правил дорожного движения. Справившись с теорией, лучшие водители местных подразделений МЧС приступили к самой сложной части конкурса – фигурному вождению. Соревнования проходили в городе Витебске. В прошлом году были в Новополоцке, поэтому уже было как-то полегче преодолевать все это. Самое сложное, наверное, была парковка задним ходом и парковка боковая. А остальное как бы все пришло с опытом. Готовились за неделю на заводе «Нафтан», выставили свою площадку и там тренировались. 25 представителей из разных уголков Витебщины. Один из них – новополочанин Денис Глебко. Он начал усердно тренироваться задолго до начала конкурса, что и привело к выполнению поставленной задачи. Мужчина стал лучшим водителем пожарной автоцистерны Витебской области. К слову, не впервые. Как сотрудник исполнительный, с 2014 года работает 10 лет. Это очень большой стаж. Обязанности выполняют хорошо. В общественной жизни участвует тоже. Получение почетного звания не самое главное для Дениса Глебко. Ключевое здесь – тренировка навыков. Ведь действуя без промедлений в экстремальной ситуации, он может помочь и спасти чью-то жизнь. Не в этом ли призвание всех сотрудников МЧС? Елизавета Хатинович, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Литаж. Добрый вечер. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович посетил приграничные районы, где подразделения белорусской армии выполняют задачи по усилению южных рубежей. По указанию главнокомандующего Александра Лукашенко, здесь была увеличена группировка зенитных, ракетных и радиотехнических войск авиации. Приказы на передислокацию также получили механизированные соединения, ракетные войска, силы специальных операций. Меры предприняты в связи с участившимися провокациями со стороны украинской армии. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин прибыл на полигон Шулу, где проходит активная фаза оперативно-тактического учения подразделений ВВС и войск ПВО. Глава военного ведомства наблюдал за боевой работой расчетов зенитных ракетных комплексов С-300 и ТОР-М2К. Военкор, день четвертый. Тактика специальное учение для представителей средств массовой информации подходит к завершению. При этом интенсивность тренировок не снижается. С корреспондентами проведены занятия по огневой подготовке и военной топографии. Самый захватывающий момент дня – прохождение психологической полосы препятствий. Подробности учений в новом влоге нашего журналиста Александра Микульчика уже на YouTube и телеграм-каналах ВНТВ Беларуси. Военнослужащие Брестской десантно-штурмовой бригады совершили прыжки с парашютом на воду. Гвардейцы десантировались из вертолета Ми-8 МТБ-5 и приводнялись на озеро Щебрин. До этого бойцы сдали нормативы по плаванию и оказанию первой медицинской помощи утопающим. Вместе с личным составом прыжок совершил и командир части полковник Дмитрий Коршунов.
Белорусская армия продолжает участвовать в уборочной кампании. Для помощи аграриям вооруженные силы выделили опытных армейских водителей. Они поддерживают сельчан в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Ежедневно военные перевозят десятки тонн зерна и других сельскохозяйственных грузов. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи!